Всем привет! Вот случилось у нас долгожданное событие. Тайна пузика раскрыта. И у нас там 4 малыша. Вот они маленькие. Вот. Давайте покормимся. Вот такая вот девочка у нас. Пушистенькая. Пуховочка. Маленькая. Иди к мамке. Оп. Вот такой вот мальчик. Пацанчик. Всегда рождаются с розовыми носиками, с розовыми лапками, а потом они темнеют со временем. Вот такой хороший голый малышек. Иди к маме. Опа. Это у нас голая девочка, такая маленькая. Маленькая кнопочка. Вот она. Вот. Девчонка. Иди к маме. Где-то еще у нас мальчик есть. Вот он мальчик. Тоже голенький мальчик. Кто за маленький? Вот такой вот. Много белого у него. Вот такой красавчик. Вот, как говорится, людям на карантине скучно, а мы тут развлекаемся, у нас куча дел. Да, Дина? Дина у нас мамочка. Да, молодец. Такие карапузики. Нажрались уже. Вот. Иди к мамке. Котик-помощник. На всех родах присутствует. Кс-кс-кс. Котик. Котик. Котик-акушер у нас. Собаки на него даже не рычат. Он у нас помогает. Медицина нынче не работает. Поэтому вот своими силами. Свой акушер. Да, Дина? Личный. Вот такой вот носик розовый. Ну все, оставим малышей с мамой. Пусть растут. Кушают. Будем дальше снимать, как они у нас растут. Так что наблюдайте за нашим ростом. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. До новых встреч.